Всем добрый день. То есть хочу представить жесткий диск производителя Toshiba на 3 терабайта SA3. Ну и скорость вращения 7200 RPM, соответственно. То есть данный диск покупался для объемных хранилища данных. Так, ну и используется в основном в мультимедийном проигрывателе, в котором есть, соответственно, отсек для того, чтобы подключить этот жесткий диск. Так, ну в дальнейшем думаю использовать хранилище общее для всех файлов со всех устройств на определенном устройстве типа NAS. Ну а сейчас пока вот используется вот данный диск. Вставляется в обычной упаковке. Так, он уже скрыт. И внутри непосредственно находится сам диск. Сразу же хочу сказать, что диск зарекомендовал себя, хотя в устройстве рекомендует скорость 540 RPM вращения из-за уменьшения шума. Ну, данный диск практически не слышен, но он шумный. Вот, и не мешает на его использование. Так, данный диск уже более года работает без проблем. Практически ежедневно на него записывается либо списывается какая-то информация. То есть достаточно пока надежный и нет никаких проблем по его работе. То есть накапливается информация достаточно быстро. То есть 3 терабайта это мало, особенно для мультимедийных файлов. Вот. То есть файлы обычно где-то идут от 15 до 40 гигабайт, еще выше. То есть достаточно быстро заполняется. Поэтому в дальнейшем планируется расширение, то есть использование этих дисков в системных решениях типа NAS для хранилищ. Вот. То есть кому понравится обзор, то есть может покупать, то есть проблем пока за время эксплуатации не обнаружено. Так, всем спасибо за внимание. Удачи.